Суднев для 1-Г класс Междуреченской школы. Обухова Светлана Николаевна, железный защитник. Автор Суднев Вячеслав. На пьедестале в центре парка, укрытый зеленью аллей, стоит солдат в стальной рубашке, герой давно минувших дней. Уж много лет прошло счастливых в той страшной горестной поры, когда река коричневой чумы текла к окраинам Москвы, когда рабочий Урал, терпя решение войны, без сна и отдыха ковали железный щит родной страны. И наш герой, не зная страха, пошел свой первый раз в строю. 4 тигра, 3 пантеры был личный счет в его бою. Своей броней и быстрым ходом хранил сердца сынов страны. И в вихрях яростных сражений освободил народ земли. Теперь стоит он в парке и внимает сиплевый детских голосов. Теперь стоит и молча нам напоминает о том, что нужно помнить через 100 веков.